Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля и продолжение беседы с пастором Раджи. Дело в том, что он не просто взял на себя ответственность за какую-то церковь, за какую-то общину, или его выбрали. Это редкий вид пасторов, особенно в последние десятилетия, которые приехали в местность, в то место, где нет церкви, и начали благовествовать, идя от дома к дому, проповедуя Евангелие людям, начиная, закладывая новую церковь. Как это происходило? Кто были первые покаявшиеся люди? Их свидетельство расскажет пастор Раджи сегодня. 500 человек, которые больной человек. Да, много раз было исцеление, которые бронхит болезни люди были, дыхание мешали их. Когда я молился, сразу без дыхания все нормально стало. Вот, такой образ много времени, нечистые духи, очень много людей. И когда молился, нечистые духи выходили. Много раз такое чудо было. И когда границы люди уехали, и там болели, и хотели нас открыть, но не было деньги. Когда мы молили, и там исцеление люди получили. Когда я в этот город приехал, и когда домашние группы начинали здесь, пришла одна женщина, его муж против был, а женщина пришла в церковь поэтому. И он пьяный, одно время пришел меня, ко мне пришел, и меня побил один раз. Я рука, конечно, так дрожит, все равно меня просто побил. После этого, через год какой-то, его палец попал на машину, ну, порешил. И потом, после этого, его боли, он очень кричит, но целый день кричит. Но я пошел потом туда, я ему молился, и пока я не давал. И после этого боль ушла его. Но после этого он не жену никакой, ну, против не был. Жену не был против.